Питер, это твое дело. Прочтешь мне? Это от твоей мамы. Мой дорогой Питер, с нетерпением жду того дня, когда смогу вернуться к тебе и все объяснить. Ты даже не представляешь, насколько ты необычный ребенок. Обещаю, мы скоро увидимся. В этом мире или в другом? Или в другом? Добро пожаловать в Нетландию! Чтобы доверять тебе, я должен знать твое имя. Я Крюк. Джеймс Крюк. Мальчик носит на шее флейту. Это символ самого сильного воина племени. Так. Принцесса, я полагаю. Ну, я, в общем-то, простой шахтер, но благодарю за комплимент. Бишоп. Ты сумасшедший! Я не верю в страшные сказки.